Сейчас основные проблемы населения – это очередной коллапс с мусором, невыведение. Была проблема с водителями. Сегодня машина вышла, но, к сожалению, заказчика никого представителей нет. Но работу мы с ними проведем. После того, как выгружают мусор, они должны за собой почищать, что не выполняется. И вот эта проблема сегодня будет директору озвучена. Хотя и до этого ему установка такая была дана. Второе, чтобы все знали, через 1 октября у нас начало отопительного периода, ну, как обычно, будет издано постановление, все. Проблемы сейчас есть как у наших электротеплоснабжающих организаций, это после испытаний порыва на Котовского, на Матросова, еще там остальные, это Владимир Васильевич доложит. Вот. Ну и также сейчас есть проблемы с укладкой в сроки организации, которая выиграла конкурс на замену теплотрассы. То есть именно вчера мы разложили все по полочкам, если дома Филинского 10, 11, 7, 5, Восточная 2, Кимисепская 18, 20, 22, они садик и школу, они обещали 25-го провести испытание, опрессовку, и эти дома мы уложимся в срок подключения, то Кимисепская 30, Восточная 3, 5, 7 и так далее, вот эти дома, тот куст, встает под вопросом. Надеемся все на 2 билета, потому что другой надежды нет. Сроки они не укладываются, к сожалению. Но здесь толкай, не толкай, подрядчиков зависит очень много. Хотя и работают 2,5 бригадами, но не успевают. Как успеваете к 1 октября? Думаете, вот вы как рабочий? Успеете? Я думаю, что успеет, стараемся. Закончить к октябрю, чтобы дать тепло людям. Ну, я думаю, что да. А люди могут надеяться, что 1 октября все-таки они получат тепло? На это самое, на следующей неделе на гидравлику должны выйти. Вот, и, в принципе, эти участки подключить. Так что. То есть и к 1 числу можете успеть, да? Стремимся. Если вдруг будет задержка какая-то, ну насколько она может быть, ну вот реально? Я думаю, не будет задержки. Ивановской и Малой Советской прислали вчера письмо о том, что асфальтирование будет 18-20, где сейчас нельзя. В этой луже не разгребешь, не высушишь и мусор не уберешь. Как это будет происходить, мы держим на контроле. Контракт уже закончен давно, штрафные санкции будут выставлены в обязательном порядке. Но дороги надо заделать. У нас уже есть прецедент. Мы один год прожили Восточная 5-7 без дороги. И все помнят, сколько было возмущение в адрес администрации. Поэтому ситуация на контроле. Все грозные письма, какие от нас зависят, мы пишем. Но будем надеяться, что все-таки контракт будет выполнен, когда закончатся дожди. Да, дома мы все промыли, но ремонты продолжаются и в квартирах, и на наших сетях. Слесаря уходят на больничный. Спас такой погоды, потому что все, видите, чихают, кашляют, у меня уже трое на больничном. Люди переброшены с парусинки на первом участке для проведения ремонтных работ. Что можем, то делаем. По мусору дворники мои бастовать стали. Сказали, если служба заказчика не выполняет свои обязанности, мы даже к контейнерной площадке не подойдем. Забираете, то очень много мусора остается. То есть это сложно убрать или это ну чья-то другая работа? Все вопросы к начальству. Дворники, которые за участками следят, все, они подметают это все. Ну, забираем пакеты, это. Ну и что, возможно, все закидывают. А
Так-то в основном больше дворники. То есть после вас потом дворники должны это делать? Да. То есть это такая договоренность есть, да? Или... Ну как договоренность? Это их не участки. А вот этот мусор, допустим, вот этот унитаз, вот это вы все забросите? Это не габарит, как говорится, их возит другая машина. Вы не вовремя вывезли, ну, логика. Переполнились контейнеры, вот этот мусор, он упал рядом. Соответственно, проблема это как бы ваша, потому что не вовремя вывезли. И, соответственно, не взяли ли бы вы эту работу на себя? Нормально вывозим. Не, что, жалуются? Да. Не хочут работать. Не хотят работать. Да. Не мы дворники, ай-яй-яй. Коллапс с мусором был. А это из-за чего вообще произошло? Машины нет. Была сломана машина? Машина в ремонте была. Некачественно вывозится, не все вывозится. И, соответственно, вот этот бардак у нас в Ивангороде. То есть, возможно ли эту проблему решить? С начальством надо все решать. С начальством. То есть, в принципе, начальство ставит задачу вам, что ну, какие-то вещи можете оставлять. Поэтому пишите, не пишите, вплоть до увольнения мы его нашли. Сегодня вы подготовьте письмо. Уже вчера, вчера мы претензию вы написали. 17-19 дом по Котовского. Здесь по городу котельная отключена. После гидравлики магистралка рванула на Матросово. Вот там, когда монтировали новую трассу, когда строили всю котельную, как-то получилось так, что запорки вообще нет вообще. Вот, значит, мы сегодня начитаем 2А запорной арматуры, чтобы в случае чего отключался этот участок. Вот, и значит, до завтрашнего дня вот, арматуру поставим хотя бы с одной стороны и запустим, остальные отключатся, настолько будет отключена 18-й дом и баня. Прогноз нехороший идет впереди. Вы зря на бабье лето рассчитываете? Нет, я посмотрела прогнозы маразм. А запускаться, вот только что Игорь Владимирович сказал, запускайте, начинайте, как только трассу подключили, начинайте заполнять дома, проверять, чтобы потом не было морозы, спешки, и давай быстрее-быстрее, и все, но открывай вещи. В школах и садах дети уже очень больны. Школы и сады, к сожалению, не могут быть запущены, потому что не выполнен контракт. Отлично. А почему в сентябре это выполняется? Потому что контракт был поздно заключен, и у него до 1 октября срок окончания контракта. А до начала отопительного периода. Ну потому что. Чего задавать вопросы, на которые нет ответов? Ответ один. После конкурсных процедур срок заключения контракта 2 месяца на 50 дней на выполнение окончания контракта 1 октября до начала отопительного периода. Что мы еще сейчас хотим услышать? Как изменить эта система поручена? Так, давайте я ее сейчас изменю, да? 1 октября заканчивается срок контракта. Срок окончания контракта 1 октября. Я еще буду по центральной части города. Все, завтра запустят. Завтра запустят. Да. Спасибо. Значит, про эпидсезон гриппа и ОРВИ. В этом году в начале 9 недель был эпидсезон у нас. Предположительно, что вот в году наступившем будет примерно такой же. Значит, в структуре вирусной в основном был птичий грипп, который ну, циркулирует, продолжает, вот, против которого прививки в том числе и делаем. Значит, за истекший период сейчас заболеваемость гриппом ОРВИ осталась на прежнем уровне, не выше. Уже зарегистрировано 2 летальных случая. Это были люди старше 40 лет. Нет, в Ленинградской области. Я общее, это заседание при правительстве Ленинградской области. А люди были непривитые, имели сопутствующие хронические заболевания. Значит, еженедельно сейчас в среднем по области регистрируется 3000 случаев заболеваний. 57% из них это дети до 14 лет. Еженедельно примерно госпитализируется уже около 50 человек. Но по результатам лабораторных исследований это не грипп, то есть это другие вирусные заболевания. То сейчас гриппа нет, поэтому сейчас самое время прививаться от гриппа вообще. До 15 сентября рекомендуют подключить всех руководителей всех учреждений. Перечисляют социальные объекты, объекты торговли, общепита, транспортная, коммунальная сфера, директора промышленных предприятий,
представители религиозных конфессий, советы ветеранов, комиссариаты, военные части и так далее. То есть подключить и привить, чтобы 50% населения было привито, и только это позволит нам опять сдерживать эпидемию гриппа. То есть давайте активизируйтесь, активность очень минимальная, просто минимальная. Это делается 5 дней в неделю вообще до конца работы учреждения нашего, то есть до 6 часов вечера. Мы даже решили сделать проще, то есть к врачу не надо идти, сразу идете в привычный кабинет. Если медсестра сомневается в здоровье, она тогда направляет к врачу. То есть если поток будет, мы можем обеспечить этот поток. Проводится Всемирный день сердца. То есть мы начнем мероприятие еще и в этом, да, в этом деле. Поэтому измерение артериального давления, уровень холестерина, каждый уважающий себя человек, о здоровье думающий, должен сделать вообще. То есть измерение артериального давления один раз в год всем людям старше 18 лет и определение уровня холестерина один раз в год – важный, очень важный момент. То есть добро пожаловать. То есть приходят только люди старшего возраста, хотя эта проблема актуальна абсолютно для всех. Все помолодело, инфаркты, инсульты, так что добро пожаловать. Мы к вашему руководству просили представить сметы, вы говорите про Гагарина, что вы собираетесь ремонтировать. В связи с тем, что мы на следующий год строим планы по ремонту улицы Гагарина, то хотелось бы в этом году успеть заключить контракт, переходящий на ремонт теплотрассы по улице Гагарина. Ждем уже смету около месяца, но до этого, то есть до сих пор ее нет. И если у вас проблема с теплотрассой на Котовского, куда мы собираемся заходить в следующем году по комфортной городской среде, то хотелось бы, чтобы этот вопрос решился бы в этом году тоже. По теплотрассе. Контракт когда? 1 февраля заканчивается. Ну, чтобы не повторить ситуацию позапрошлого года, я считаю, что нужно мобилизовать всю администрацию, там стоять, бить по голове, дергать. Потому что срыв отопительного сезона допустить нельзя. Мы прекрасно понимаем, что ситуация она идет в этом направлении. У нас уже 18 на 19 4 градуса ночью, а там дальше еще холоднее будет. И там долгосрочный прогноз, который мы сейчас получаем, там 7-12, он может в любой момент измениться в худшую сторону. Я понимаю, подрядчик, там, ясно, что там, ну, как-то надо педалировать этот вопрос, стоять, бить по голове и смотреть, действительно писать письма, если ситуация заходит в тупик. Сделать все, чтобы отопительный сезон сорван не был. Далее, по замене теплотрассы. Вот они там возле садика приехали, краны все разворотили, дорожку всю просто перемолотили. Надо как-то обязательно, чтобы с собой навели порядок. Очень много жалоб, жалуются. По свидетельству очевидц, работников детских садов, они из окон наблюдают. 15 минут работают, полчаса стоят. Вот я поэтому говорю. Либо у них нет материалов, либо у них нет руководителя. Они стоят. Они сейчас уедут, вы им там себя подпишите, до свидания, мы с вами потанцируем. Виктор Михайлович, давайте так, себя подпишите, ничего мы не подпишем, пока не восстановят. То, что они переворотили, им указано. Я просто обращаю внимание, надо обязательно, да. Что за собой на этом порядке. Мы все подпишем, я просто... Понятно, что не подпишите, но, по крайней мере, обязательно. Пока есть на них ключики, возможность повлиять на эту ситуацию, давайте влиять на них. Что у нас по общественному совету по этим инициативным группам, когда вы контракт? На этой неделе мы объявляем извещение о проведении конкурсов. Соответственно, по котировкам это в течение двух недель мы подпишем контракты, по аукциону через месяц контракт и месяц на исполнение. То есть ноябрь, да? Да. Слушайте, а что тянули? В марте уже деньги были. Сначала не было смет. Так а кто этим должен заниматься? Сметом и всем своим подписом? Чем ждали? Опять ноябрь ходит. Ну, опять смеяться над нами. Там благоустройство, сколько я знаю, там дорожку делают, да? И прочее. И опять мороз будем там паяльные лампы разогревать и делать. В марте деньги были месяца. Давайте ноябре выходим. Поговорим в рабочем порядке. Хорошо, я просто задал вопрос. Ноябрь, да? Реально. Ну, молодцы, чем. Здорово. Значит, в части касающейся вопроса, связанного с 10 днями. И так далее. Есть четкое разъяснение прокуратуры, но потом написали. Пишите повторно. Повторно пишите прокуратуру. Если уже людям начисляют пени, действительно, это уже, наверное, должен как-то толчком действовать. Но они дальше будут начислять пени. Пени на пени и так далее и тому подобное. Разъяснение должно быть какое-то. Мы должны понимать. Понятно, что все мы живем в правом поле, как на этот вопрос решать, в правом характере. Еще вопросы есть, которые хотите? Всем удачи на неделю.